Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о полной свободе и почему это важно. На самом деле, вот когда я узнал о том, что можно сделать с помощью процессинга и какие уровни можно пройти, то я просто был на самом деле очень удивлен, ошеломлен и одновременно рад. Почему? Потому что моим желанием всегда было быть свободным. То есть быть таким человеком, который может сам принимать решения и действовать. То есть никому кто-то говорит, что делать и как делать. А в действительности, когда я могу свободно сделать то или это и беру ответственность за собственные действия, то есть я понимаю, к чему это может привести. Или даже если не понимаю, то я могу почувствовать, а нужно ли мне это или нет. Что же такое свобода? Потому что часто слово «свобода» обычно употребляется в том, свобода от чего-то, свобода от долгов, свобода от эмоций, или свобода от родителей, или свобода еще от чего-то, то есть все от. Но на самом деле свобода – это не состояние от, а это когда у вас есть пространство, в котором вы, как духовное существо, можете принимать решения, наблюдать, принимать решения и действовать. И это и есть определение способности. То есть способность именно в этом состоит. То есть вы можете пронаблюдать, что происходит, принять решение и действовать, то есть на основе собственной разумности. Вот в этом и есть свобода. То есть это не свобода от чего-то, а это ваше пространство, в котором вы можете применять свои способности. И вот когда я проходил процессинг, мое пространство расширялось. То есть я чувствовал, что у меня больше пространства, больше пространства, больше. И его становилось так много, что мне было комфортно в нем себя чувствовать и играть. И те вещи, которые толкали меня к состоянию несвободы, то есть всякие навязчивые идеи, сдерживания, страхи, фобии, какие-то состояния депрессии, это все постепенно отходило. Когда я, например, научился общаться с другими людьми на те темы, которые были мне интересны, то есть, по сути, я мог общаться с любым человеком на любую тему. И это было здорово, потому что в этом я чувствовал свободу. Когда я почувствовал свободу от проблем, то есть я мог создавать проблемы, я мог не создавать их, мог их решать, я мог не решать. Я понимал, что я это делаю. И когда я почувствовал, что я могу быть этичным и могу не совершать какие-то проступки и утаивания, то это тоже было здорово. Я стал свободен применять изменения, которые были в жизни, то есть свободно справляться с ними, свободен быть свободным от фиксированных идей. И постепенно это от-от расширялось и стало просто состоянием свободы. То есть что же такое это? То есть я почувствовал, что я могу действовать на основе собственной разумности и, соответственно, нету каких-то ограничений. Да, понятно, что в физическом мире есть определенные барьеры, но это внутреннее состояние. То есть когда вы внутренне чувствуете, что вы можете делать то, что вам хочется, вот, и берете ответственность за собственные действия. То есть это не просто какой-то беспредел, когда вы творите, что хотите, и ничего не отвечаете за это, а это именно ответственность. И вот это состояние было действительно классным. Я проходил, поднимался по уровням, по мосту к полной свободе, и я ощущал все больше энергии, больше счастья, больше гармонии. И когда я завершил эти шаги, завершил этот мост, я почувствовал действительно, что я прошел огромный путь и достиг вот этого состояния благополучия. И что самое важное, хочется видеть побольше таких людей, осознанных, счастливых, радостных. И поэтому я всегда, когда нахожу таких людей, я их приглашаю, говорю, давайте будем действовать вместе. Приглашаю вас в Академию Счастья и давайте запускать и осуществлять те проекты, которые направлены на улучшение качества жизни. Если я, например, занимаюсь таким вот духовным или скорее даже психологическим целительством, хотя это по сути то же самое, потому что психа – это и есть душа. И когда психологию, из психологии убрали это определение души, то она и стала довольно мертвой наукой. Но сейчас это возвращается. Сейчас уже психология нового времени, которая изучает душу, изучает дух и тело, как это все взаимосвязано, и самое главное, помогает освободить душу, то есть от вот этих вот постоянных вовлеченностей в игру, от необходимости реинкарнации, от колеса сансары. И вот поэтому, кому все это интересно, кто хочет стать действительно полностью свободным, то пишите мне в личные сообщения, все мои контакты, они указаны под этим видео. И мы обсудим, как можно пройти по мосту и как можно улучшить ваше состояние и стать полностью свободным. И, конечно же, ставьте нравится этому видео, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на мой канал, и я буду рад вас видеть в своих следующих видео, то есть они выходят у меня на моем канале каждый день. Вам счастья, гармонии и полной свободы. До скорой встречи!